Всем приветики, доброе утро. Мамочка нам накрыла на стол завтрак очень вкусный, уже сходила, закупилась в магазин. Фрукты, овощи, свежее мяско, бекерайку, сынульки, кефирчик свеженький, круассанчики, вкусняшки, все горяченькое, да, и только из печи. С брынзой, со шпинатом. Вот такие штучки со слоеного теста очень вкусные. Фрукты свежие. Запах не могу вам передать. Жаль, что запахи не передаются. Черешня. Творожок. Будем завтракать. Всем приятного аппетита. Всем приветики. У нас обед на природе. Вкусняшка, супик, лапшичка и куриная, да, Андрюш? И все, рыбка. Салатик. Наш вид с балкона. Там же вот где тут план, там променад. Здесь вышел, за угол завернул. И это уже считается центр, первая линия. Чайки. И даже море видно с нашего балкона. Всем привет! Кто только с моря пришел с вечернего купания? Я. Хорошо было на море? Да. Андрей у нас научился уже плавать сам, да? Да. Как взрослый. Плавает как дельфинчик и как рыбка, да? Хороший.
вчера пробовала. Мы с Андрюшей были на глубине и спасли божью коровку. Дай засниму. Вот она. Красотка, да? Не совсем божья коровка, но почти, да? Давай, плавай, я тебя поснимаю. Давай, зайчика. Ну, ложись, как ты вчера, ножки и ручки вот так. Ну-ка, ложись. Вот. А еще как ты плыл? Давай, на глубину плыви. Умничка моя. Молодец, плавай. Плавай, папка, с дедушкой посмотрят, как ты умеешь уже плавать. Давай, греби как-то ручками, ножки отпускал, давай. Вот так, умница моя. Молодец. Июля, моей доченьке любимый день рождения, исполняется 26 лет, мы уже с утра ее поздравили по телефону перед работой, она правда работает, нам еще осталось 2 дня отдыхать, и в субботу утром рано мы улетаем. Мамулечка приготовила такой вкусный обед, картошка, есть картошка сладкая, как вкус детства, такие хорватские сардельки очень-очень вкусные, помидоры сладкие, здесь они по-настоящему помидоры, очень вкусный. И купили вот такой вот персиковый такой вот коктейльчик, это французский, очень легкий. В общем, будем немножко отвечать. А кто еще будет, очень хлеб, вот этот очень-очень вкусный хлеб житварский называется. Всем приятного аппетита, доча, с днем рождения еще раз тебя. Всем приветики, мы завтра улетаем, пришли пообедать в ресторане нашем любимом. Да, зайка? Всем приятного аппетита. Закуски заказали, да, зайка? Да. И так хорошо, прохладно. Красота такая, да? Клима здесь и была, зайка. Привет.
нам что не пожарили, котенок чуть. Вкусно, зай? Курочки, Андрюша, да, с помесом? И с соусом белым, да, зайка? Эй, красавчик, как тебя зовут? Да, красавчик, ты сладкий мой. Все, пойдем домой. Да. Всем приветики. Всем говори. Приветики. Вот у нас какой машиной. У меня шашатина конфетка. Да, получил Андрюша подарок, да? Молодец, зайка. Ты с крутой машиной сфоткался, да? Пойдем? Эй, мальчиша, красивейша. Мы летим домой. Конец. На Мьюник, да, Андрей? Угу. Посмотри на меня, котик. Тимой загорелый сладик. Ganz normal weiter. Erst dann helfen Sie Kinder und anderen Fluggästen.